Я не хочу жить на улице Кадырова. А вы хотите жить на улице Кадырова? Нет! Мы не хотим жить на улице Кадырова. Нет! И почему нас заставляют жить на улице Кадырова? Если мы сегодня согласимся с тем, что одна из московских улиц будет названа в честь человека, который объявлял джихад русскому народу, России, кто переметнулся на сторону федеральных сил только перед угрозой вооруженного штурма города Гудермеса, перешел не от силы, а от страха. Если мы согласимся с этим сегодня, то новый Арбат будет называться Новая Таги. Старый Арбат будет называться Старая Таги. Китай-город будет называться Чечен-Аул. Пушкинская площадь будет называться Гудермесом. А Красная площадь будет называться площадью Минутка. Я этого не хочу! Мы этого не хотим! Федеральный центр, как его называют, не понимает простых вещей. Они думают, что сделав ставку на часть боевиков, вооружив их, раздав им удостоверение милиции, создав из бывших головорезов воинские подразделения вооруженных сил Российской Федерации, они думают, что таким образом они спасут нас от новой войны. Они ошибаются. Они не понимают самого главного. Психологии тех людей, с кем они имеют дело. Они же воспринимают эти действия Кремля как уступку, как то, что мы слабые, как то, что мы якобы проиграли войну. Здесь в окружении нас стоят сотрудники ОМОНа, милиции. Многие из них прошли Чеченскую войну и не понаслышке знают, что это такое. Многие из нас там были много раз. Мы должны понимать, что мы готовы жить в мире, но проблема не в том, что мы их за людей не считаем. Проблема в том, что они нас за людей не считают. И не только на Кавказе, а здесь уже, в нашем родном городе. Поэтому я хочу вам сказать, друзья, это наш город. Москва – русский город. И мы должны каждый раз, каждый день, каждую секунду думать об этом. Если мы не будем себя уважать, то почему другие должны нас уважать? Слава России! Слава России! Официальным властям, чтобы они в срочном порядке, основываясь на резолюции, которая сейчас будет вам зачитана нашего митинга, основываясь на тех многочисленных подписях, которые мы будем собирать сегодня, завтра, они переименовали улицу Кадырова в улицу настоящих героев, псковских десантников. Слава России! Слава!